Разумеется, царь – это сторожевой пес государства в том смысле, что он бдительно охраняет государство.
лицом может только невоспитанный мальчишка. Упадок брахманических сил начался тогда, когда брахманы стали придавать значение происхождению человека, а не его культуре. Упадок касты брахманов начался в Кали. А поскольку брахманы стоят во главе общества, то и все остальные его классы тоже стали вырождаться. Как мы увидим позже, отец Шринки очень сокрушался о том, что началось вырождение брахманов. Мамьянатинарандасья, Джананджана Шалакая, Шамсурмилитавьена, Тасмаши Гураве Нама. Намам Вишнупадая, Кришна Прасдая Бхутале, Шримати Бхактивиданта, Свами Нитинамине. Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пасчатьявеша Тарине, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхактавинда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing how the son of Samika Muni, the son, his son's name is Shringi, how he became, how he led to the degradation of the Brahminical class. Мы читаем о том, как сын Брахмана Шринки ознаменовал собой деградацию класса Брахманов. So Srila Prabhupada explains in the purport how the caste divisions, Brahman, Kshatri, Vaishya, and Sudra, are designed by Lord Krishna, as stated in the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада в комментарии указывает, что в Бхагавад Гите указано на то, что разделение общества на классы брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр осуществлено самим Господом Кришной. In the fourth chapter, Lord Krishna said, Чатур-гадар-майя-систам гуна-карма-вибагаша. Lord Krishna is saying that I have created the divisions of society according to guna, and meaning quality, and karma, meaning work. В четвертой главе Бхагавад Гиты Кришна говорит: Я разделил общество на четыре сословия по гунам, то есть качествам, и карме, то есть роду занятий. So Lord Krishna never mentions anything about work. И Господь Кришна там не упоминает о том, что люди принадлежат к этим классам по рождению. Now, certainly, birth can be an advantage. If one is born in a Brahmin family, then it's so much of an advantage to becoming a Brahmin. Конечно, рождение может быть преимуществом, потому что если человек родится в семье брахманов, это будет большим преимуществом на его пути. Just like as Prabhupada says in the purport, if one is born in a medical family, if your mother and father are both doctors, and you're born in that family, then it's so much easier for you to become also a doctor. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии также приводит пример, что если кто-то родится в семье практикующих врачей, и его отец и мать оба врачи, то для такого человека намного проще будет тоже самому стать врачом. Just like if you go to the medical college, you'll find the medical students, a number of them, are from the family where their mother and father are also doctors. Если вы посмотрите на группу в любом медицинском вузе, то определенное количество студентов этой группы будут происходить из семей, где мать или отец врачи.
doctors, they still have to study at the college. They have to undergo the education and acquire the proper qualifications. Но несмотря на то, что их отец и мать врачи, они все равно самостоятельно должны пройти обучение в медицинском вузе и приобрести необходимую квалификацию. The birth alone is not a qualification to becoming a doctor. Рождение само по себе не дает человеку квалификации врача. And in a similar way, we argue that the qualification to become a brahmana is not just simply to be born in the family of a brahmana. И точно так же человек не обретает квалификацию брахмана только лишь родившись в семье брахмана. Now, Shrini was born in a brahmana family. Samika Rishi, his father, was a powerful brahmana, and certainly the son was educated and trained by his father, and he also became a qualified brahmana. И Шринги был рожден в семье брахмана, и не только рожден, но и воспитан и обучен своим отцом брахманом. He underwent the training and the education, and in this way he developed the brahminical powers. Он прошел необходимое брахманическое обучение, и благодаря этому у него появились силы брахмана. But Prabhupada explained in the purport, one thing which he was lacking in was the culture of a brahmana. Но Прабхупада в комментарии также указывает, что ему не доставало культуры брахмана. He was an inexperienced. He was an inexperienced boy, so he didn't know how to use the brahmana, the powers of the brahmana. Он был еще несмышленым мальчишкой, и поэтому он не знал, как правильно применять эти брахманические силы. And because he didn't know how to use the powers of the brahmana, he used them. We're hearing now he's using them in the wrong way. И поскольку он не знал, как правильно применять эти брахманические силы, то он применил их неправильно. He's showing the pride of being a brahmana, which is not a good quality for a brahmana. Он показал гордыню. Он был горд тем, что он брахман. А гордыня — это не надлежащее качество для брахмана. In the Bhagavad Gita, in chapter 5, Lord Krishna is describing the vision of one who is seeing Paramatma in everyone. В пятой главе Бхагавад Гиты Кришна описывает человека, который везде видит Параматму. And he mentions about a learned and gentle brahmana. He said, Vidya Vinaya Sampani Brahmane Gavi Hastini Suni Chaiva Swapake Cha Samo Pandita Darshana. That a pandit will see with the equal vision a learned and gentle brahmana, an elephant, a cow, a dog, and a dog eater. И в этом стихе из Бхагавад-гиты говорится, что ученый мудрец видит одинаково как ученого и добросердечного брахмана, слона, собаку и собакоеда видит одинаково. So the brahmana is described there as being vidya vinaya. And Prabhupada translates it as being learned and gentle. И для брахмана в этом стихе употребляются слова видья и виная, и Шрила Прабхупада переводит их как ученый и мягкий. But we can understand from the words of the brahmana which we are hearing today that he was not gentle in his dealing with others. Но как мы видим по словам этого мальчика брахмана, который он произнес в этом стихе, он не был мягким и добросердечным в своих отношениях с другими людьми. The qualities of the brahmana are described in the 18th chapter of the Bhagavad Gita. There are 9 different qualities mentioned.
В 18 главе Бхагавад-гиты перечислено 9 различных качеств брахмана. Самодамасапатсочам шантир арчавам эйкача гьяна вигьянам астикьям брахма карма свабхавачам. The Brahman should have qualities that mention peacefulness, self-control, modamastapa, austerity. Такие качества, как умиротворение, самоконтроль, аскетизм. Then shun modamastapa, socham, cleanliness. Чистота. Shanti, Arjavam, Shanti means again peacefulness, tolerance. Терпение. But here you can see Shrini is not displaying this kind of qualities. Но здесь мы видим, что Шринги не показал обладание каким-либо из этих качеств. He has, and he is accusing Maharaj Parikshit. As he's, although Maharaj Parikshit is the emperor, head of a huge kingdom, but he's describing that Maharaj Parikshit is like crows and watchdogs. И он здесь обвиняет Махараджу Парикшита, несмотря на то, что Махарадж Парикшит был императором огромного царства, он здесь называет его вороном и сторожевым псом. So Shrini is wrongly accusing Maharaj Parikshit of being of the nature of a crow and a watchdog. И Шринги здесь несправедливо обвиняет Махараджу Парикшита в том, что он подобен воронам и сторожевым псам. And he said these rulers, he's accusing Maharaj Parikshit of being sinful. Committing sins against his master. Он говорит подобно воронам и сторожевым псам, которые совершают греховные поступки, направленные против своих хозяев. And who is the master? Shrini is claiming that he himself, being a brahmana and a representative of the Brahmin community, that he is in the position of being the master. И кого здесь Шринги подразумевает под хозяином? Он говорит, что подразумевает, что так как он брахман и представитель брахманического сообщества, то он и является хозяином для Махараджа Парикшита. Or at least Shrini's father, Samikya Rishi, that he is the master because he is a brahmana, and Махараджа Парикшит had been offensive against him by putting a dead snake around the neck of Samikya Rishi. И по крайней мере, даже если не он, то его отец Самикья Риши, вокруг шеи которого Махараджа Парикшит накинул мертвую змею. Махарадж Парикшит had come to the ashram of Samikya Rishi, and he was looking for hunger. He was suffering from hunger and thirst. And he came to the ashram of Samikya Rishi, hoping he would get some food and be able to quench his thirst. Махараджа Парикшит был очень голоден и испытывал сильную жажду, и в поисках пищи и воды он и пришел в ашрам Самикья Риши и хотел попросить пищи и воды. But Maharaj Parikshit did not get any reception because Samikya Rishi was sitting in meditation. Но так как Самикья Риши сидел в медитации, то он не оказал должного приема Махараджу Парикшиту. He was absorbed in trance, and he was not even aware that Maharaj Parikshit had come to this ashram. Но он был погружен в транс, и он даже не заметил того, что Махараджа Парикшит пришел и что-то просил. And Maharaj Parikshit somehow, by the will of nature, he took some offense to this, and he found there was a dead snake nearby, so he put that dead snake around the neck
of Шемика Риши. Но по воле Всевышнего Махараджа Парикшит почувствовал себя оскорбленным из-за этой ситуации, и он поддел мертвую змею, валяющуюся рядом, и поместил ее на шею Шемики Риши. Now, Шемика Риши didn't feel any offense. He didn't. He was in samadhi, so he didn't. He wasn't even aware that there was a dead snake around him. Но Шемика Риши находился в самадхи, и он даже не понял, не почувствовал, что на него поместили эту мертвую змею, не говоря уже о том, чтобы почувствовать себя оскорбленным от этого. But when Шемика Риши came out of trance and he came back to consciousness, and he saw there was a dead snake around his neck, he just threw it off. He didn't worry about it, he didn't think, oh, what is this? He just threw it away. Но когда он вышел из транса и вернулся в сознание и увидел, что на нем лежит эта мертвая змея, он просто сбросил ее с себя и не придал этому особого значения. But his son, Шрини, he had been with a group of friends his own age. He was nearby, and he had seen this incident taking place, and he felt some offense on the part of Maharaj Parikshit. Но его сын Шринки, который находился неподалеку в это время со своими друзьями, почувствовал себя оскорбленным за своего отца. And therefore, now he's speaking these harsh words, and he's accusing Maharaj Parikshit of behaving like a wolf, that he's behaving in a sinful manner. Именно поэтому сейчас он произносит эти жесткие слова и обвиняет Махараджа Парикшита в греховных поступках, присущих воронам и сторожевым псам. And he's being sinful against the people who are his masters. Которые совершают греховные поступки, направленные против своих хозяев. Now Maharaj Parikshit is Kshatriya, and the Brahmanas, like Shamika Rishi, they're considered to be like the head of the social body. They're considered to be the master. И так как Maharaj Parikshit принадлежит сословию Кшатрия, а Шамика Риши сословию Брахманов, сословие брахманов считается головой общества, и поэтому его сын посчитал, что именно они относятся к категории хозяев. The brahmanas are compared to the head in the body, and the kshatriyas are like the arms. They're meant to protect the body. Брахманы сравниваются с головой тела, а кшатрии с его руками, и они призваны защищать тело. And the vaishyas are like the belly. They're meant to provide the food to maintain all the people. Вайшьи сравниваются с животом. Они, их задача обеспечивать пропитание всего населения. And the sudras are compared to the legs in the social body. They will do the work. Шудры в этом теле всего общества сравниваются с ногами, и они выполняют работу. So they're all, the four different vanas are all part of the one body. They're all important. Все четыре варны составляют различные части тела общества, и они все важны. Of course, the brahmana is the most important. Just as you cannot have a body without a head, you have to have the brahmans in the society. Наиболее важны брахманы, потому что вы не можете представить себе тело без головы. Именно брахманы являются головой общества. Just as in the body, the head, where the head has the brain, and the brain gives the directions to the body. Как в голове находится мозг, и именно мозг дает указание телу, что ему делать. So the head is the most important, but still the arms and the belly and the leg are also important. Поэтому мы можем сказать, что голова является самой важной частью тела, но также важны и руки, ноги и живот. And there's a need
for the cooperation between the different parts of the body. И различные части тела должны сотрудничать между собой. They have to work together, and they have to take care of each other's interests. Они должны работать вместе и заботиться об интересах друг друга. So even though one may be a brahmana, he shouldn't think that he's better than the other parts of the society. И поэтому брахман не должен думать, что он лучше, чем остальные члены общества. And because of this pride in the mind of Sri, he's speaking in such a harsh way, and he's accusing Maharaj Parikshit of being very sinful against the brahmanas. И поскольку в уме Шринки жила гордыня, он и говорил такие жесткие слова в адрес Махараджа Парикшита и обвинял его в грехах. And we will hear how Шринги is going to curse Maharaj Parikshit. И скоро мы услышим, как Шринги проклянет Махараджа Парикшита. So Maharaj Parikshit had certainly done something wrong, but it was not a very serious offense. Конечно, Maharaj Parikshit поступил неправильно, но это не было очень серьезным оскорблением. But because of the pride in the mind of Shrini, he took the offense very seriously. Но из-за того, что в уме Шринги жила гордыня, он воспринял это оскорбление очень серьезно. And he's going to use his brahminical powers to curse Maharaj Parikshit. И он собирается использовать свои брахманические ситхи, чтобы проклясть Махараджа Парикшита. Now the fact that he's able to curse Maharaj Parikshit tells us that this brahmana boy was well trained and he had the powers of a brahmana. Но сам по себе факт того, что у этого мальчика есть силы проклясть Махараджу Парикшита, и он сможет это сделать, говорит о том, что он прошел серьезное обучение и приобрел эти силы. But because he's going to use them in the wrong way, he's going to curse Maharaj Parikshit, he's going to show that he did not have the culture. Но поскольку он собирается использовать эти силы неправильно и проклясть Махараджу Парикшита, это показывает, что у него недостает брахманической культуры. So he's not able to properly use the brahmanical powers. Поэтому он не может использовать эти брахманические ситхи правильно. And because of him not using the brahmanical powers properly, it's going to cause the degradation of the brahmanical class. И поскольку он не может правильно задействовать брахманические силы, накопленные им, это свидетельствует о деградации класса брахманов. And because the brahmanas are the head of the society, when they become degraded, then the other varnas also become degraded. А поскольку брахманы являются головой общества, то когда они деградируют, то и другие части тела общества тоже деградируют. So in this Kali Yuga, the brahmanas are unqualified, and similarly also the kshatriya, the vaishya, and the sudra are also unqualified. И поэтому в Кали Йогу и брахманы, и кшатрии, и вайшьи, и шудры все не обладают должной квалификацией. So the degradation, the failure in the modern society, it began from this incident, from the cursing of Shrini when he cursed Maharaj Parikshit. Поэтому деградация современного общества началась и падение началась именно тогда, когда сын брахмана проклял Махараджу Парикшита. And it came about because he did not know how to properly use his brahmanical powers. И это произошло потому, что он не знал, как правильно использовать свои брахманические силы. So we see examples in Mahabharata and other places how careful teachers are in giving powers to others. И в Махабхарате и других произведениях мы видим примеры того, насколько
учителя осторожны с тем, чтобы наделить своего ученика какими-то силами. We see, for example, how Dronacharya had come to Hastinapur, and he trained the sons of the Kuru dynasty. He trained them in military arts, how to fight. Например, мы знаем историю о том, как Дроначарья пришел в Хастинапур и обучал там сыновей династии Куру военному искусству. So he was responsible for training the five Pandavas and all the 100 sons of Dhritarashtra. He trained them all in the military arts, how to fight with different weapons. На нем лежала ответственность обучить пятерых пандавов и всех своих сыновей на Дхритараштре военному искусству и как правильно сражаться с различными видами оружия. And he trained, for example, Arjuna, how to be expert in archery. И он научил Арджуну искусству стрелять из лука. And it happened that there was one person named Ekalavya who came from an aborigine tribe, and he also wanted to learn from Dronacharya. И был такой человек, как Ekalavya, который происходил из какого-то местного племени, и он тоже хотел обучиться у Дроначарьи искусству стрельбы из лука. But Dronacharya refused to accept Ekalavya as his student. Но Дроначарья отказался принимать его как своего ученика. Because he was giving this knowledge, this education, he was giving it to people who were Kshatriyas. But Ekalavya came from outside the Varnashram system. He came from a tribal family who lived in the jungle. Но Дроначарья должен был передавать эту науку кшатриям, но Ekalavya происходил из... вообще не принадлежал к системе Варнаштамы, поскольку происходил из племени, живущего в джунглях. So he did not have the culture of a kshatriya. И он не обладал культурой кшатрия. So Dronacharya refused to take him as his student. Поэтому Дроначарья отказался брать его учеником. So it happened that when Dronacharya was teaching Arjuna and the others, Ekalavya was secretly watching, and he was learning all the secrets of military arts from Dronacharya. И так произошло, что когда Дроначарья обучал Арджуну и других принцев этому военному искусству, Ekalavya тайно наблюдал за этим и учился вместе с ними. So Drona promised Arjuna that he would make him the best archer in the world. Дроначарья обещал Арджуне сделать его лучшим лучником во всем мире. And he gave special tuition to Arjuna in how to be expert in firing arrows. И для этого он делился с Арджуной особыми секретами стрельбы из лука. But this Ekalavya was also listening, and he was learning all the secrets. Но Ekalavya тайно находился там и тоже слышал все это и обучился тоже всем этим секретам. So later on, it happened that Ekalavya revealed how he could fire arrows just as expertly as Arjuna. И позже выяснилось, что Ekalavya настолько же искусно стреляет из лука, как и Арджуна. So Arjuna was disturbed because Drona had promised him that there would be no one equal to him in firing arrows. И Арджуна был сильно обеспокоен им, потому что Дрона пообещал ему, что никто не будет равен ему в искусстве стрельбы из лука. But Ekalavya, because he'd been secretly hearing the lectures or the lessons given by Drona, Ekalavya was equal to Arjuna in firing arrows. Но поскольку Ekalavya тайно слышал все эти уроки и все секреты, он смог стать лучником, равным Арджуне. So Arjuna was
disturbed and he told Drona about this. So Drona then understood that Ekalavya had been secretly hearing all the secrets which he had been giving to Arjuna. И Арджуна очень был обеспокоен этим и сказал об этом Дроне. И Дрона тогда понял, что Экалавья тайком выведала все эти секреты. So when Ekalavya came to see Drona, Ekalavya was worshipping Drona as Guruji. И Ekalavya пришел увидеться с Дроной, и он поклонялся ему как своему гуру. So Dronacharya said to Ekalavya, he said, if I am your guru and you've been learning from me, then you have to give me guru dakshin. И Дроначарья сказал ему, если ты принимаешь меня своим гуру и обучился у меня, то тогда ты должен заплатить мне гуру дакшину. Just like when Lord Krishna studied at the ashram of Sandipani Muni, Sandipani Muni requested guru dakshin from Krishna and Balaram. Когда Кришна и Баларама обучались ашраме Сандипани Муни, тот по завершении обучения тоже попросил у них гуру дакшину. Сандипани Муни requested them to bring back his dead son. Сандипани Муни тогда попросил у них вернуть его мертвого сына. And Krishna and Balaram did it. They went and they found the son from Yamaraj and they brought the dead son back to Sandipani. И Кришна и Баларама выполнили это, и они нашли этого умершего сына у Ямараджа и привели его в Сандипани Муни. So when Dronacharya requested Guru Dakshin from Ekalavya, Ekalavya said, yes, Guruji, what can I give you? Anything you want, you can ask. И поэтому, когда Дроначарья попросил у Экалавьи Гуру Дакшину, тот охотно согласился и сказал, да, конечно, Гуруджи, что вы желаете. So then Dronacharya said, then give me your thumb. И Дроначарья сказал, отдай мне свой большой палец. Because, and Ekalavya did, he took his knife, he cut off his thumb and handed his thumb to Drona. И Ekalavya, не колеблясь, сделал это, он взял нож, отрезал большой палец и отдал его Дроначарье. So, you can see Ekalavya by cutting off his thumb, he will not be able to fire the arrows so expertly as before. И без большого пальца он уже не мог так искусно выпускать стрелы, как раньше. Thumb is very important in the arrow firing plan. Потому что в стрельбе из лука большой палец выполняет очень важную функцию. So, in this way, Ekalavya lost his power to fire arrows. Таким образом, Ekalavya потерял свои силы в стрельбе из лука. And the reason why Drona did like this was he knew Ekalavya did not have the proper culture to use that knowledge. И причина, почему Дрона решил это сделать, в том, что он знал, что Ekalavya не обладал должной культурой, чтобы правильно применять эти навыки. And ultimately, Ekalavya was killed by Lord Krishna. А в конечном счете Ekalavya убил Господь Кришна. Because he was not a good, he was not a genuine Kshatriya person. He was from a low level of society. Потому что он не был настоящим кшатрием, он происходил из низкого класса. So, Drona didn't want to give him that knowledge. И поэтому Дрона не хотел давать ему это знание. So he took the power away from him. Поэтому он забрал у него эту способность. So here, in this case, we're hearing about Shringi. He has the power of a brahmana, but he has abused the power. И здесь, в этой истории со Шринги, мы видим, что у него была сила брахмана, но он ею пренебрег, неправильно воспользовался. He's not using it in the right way. Он неправильно ею воспользовался. He does not have the culture of the brahmana. Он не обладал культурой брахмана. The brahmana, the culture of a brahmana
is that the brahmanas will be tolerant and the brahmanas will be controlled in their feelings. Культура для брахмана – это быть терпеливым и контролировать свои действия. Brahmanas are kind-hearted people, and they care for the welfare of others. Брахманы добросердечные, и они заботятся о благополучии других людей. But you see, Шринги is proud of being the brahmana. Но здесь мы видим, что Шринги был горд от того, что он брахман. And he's looking down on Maharaj Parikshit, although he is the emperor of the world and a good emperor. И несмотря на то, что Махараджа Парикшит был императором всего мира и причем хорошим императором, он смотрел на него сверху вниз. Maharaj Parikshit was ruling the world, and he was saint, a very saintly person, very respectful and kind and loved by the people. Махараджа Парикшит был императором всего мира, но при этом он был очень добрым и любим всеми подданными. И также он был очень добросердечным. He was so kind-hearted that when he saw someone beating a cow, he was ready to kill that person for beating a cow. Он был так добросердечен, что когда он увидел, что кто-то избивает корову, он был готов убить этого человека, чтобы защитить корову. Of course, when that person surrendered to him, then Maharaj Parikshit gave him shelter. А когда тот человек предался Махараджу Парикшиту, тот дал ему прибежище. So try to understand the nature of Maharaj Parikshit. It is how cultured a person he was. Попытайтесь понять природу Махараджа Парикшита, насколько высокой культурой обладал он. And here is Шринги, a young teenage boy, and he's got the brahminical powers in his hands, but he does not know how to use them properly. И на контрасте мы видим этого мальчишку, подростка Шринги, у которого были брахманические силы, но он не знал, как их правильно использовать. So we often can see in society, when someone gets a little power, it can go to their head, and they can use that power in the wrong way. Мы часто можем видеть в обществе, что когда у кого-то появляется хоть какая-то власть, они начинают терять от этого голову и неправильно ею пользоваться. So, one has to be very careful about giving power to others. Поэтому, когда кто-то наделяет кого-то какими-то силами или способностями, он должен быть очень осторожен в этом. And in order, before we give them some power, we must make sure they have the proper culture, that they know how to use that power. Прежде чем наделить человека какими-то способностями, нужно убедиться в том, что он обладает должной культурой, которая позволит ему правильно распорядиться этими способностями. Not that they just know how to release a weapon, how to use the mantra to curse one, but they must know how to when to use it and when not to use it. Недостаточно дать человеку мантру или какие-то навыки, с помощью которых он сможет использовать оружие, нужно еще объяснить, как и в каких случаях это все нужно применять. So this culture comes about by proper experience. In the course of learning and training, one will get more experience. И культура появляется тогда, когда в ходе обучения человек набирает опыт. So this Шринги, the son of the Brahmana Samika, Шринги was a Brahmana, son of a Brahmana, but he was not properly experienced in how to use that power. И этот сын Брахмана Шринги, он был Брахманом, и он получил обучение Брахмана, но он не знал, как правильно использовать эти способности. So Prabhupada explains this
abuse of the brahminical power by Shringi, this marks the degradation of the brahminical class. И Шрила Прабхупада здесь пишет, что то, что Шринги неправильно воспользовался брахманической силой, свидетельствует о деградации брахманического класса. So we say in the Kali Yuga there are no real brahmanas. И мы видим, что в Кали-йогу настоящих брахманов не существует. Although people may claim to be brahmana, in the Kali Yuga there are no real qualified brahmanas. Хотя некоторые люди могут утверждать, что они брахманы, но нет по-настоящему квалифицированных брахманов. And because there are no qualified brahmanas, there's no kshatriyas and there's no vaishyas either. Everyone is unqualified. И поскольку нет квалифицированных брахманов, то нет и квалифицированных вайшьев и шудр. Все не квалифицированы. And this is the cause of the whole degradation, the fallen condition of people in the Kali Yuga. И в этом причина деградации и падшего состояния людей в Кали Йогу. Because there are no brahmana, and the brahmana means the head of the body. If there's no head on the body, and the body is useless. Поскольку брахманы — это два общества, и если у тела нет головы, то оно бесполезно. If you cut off the head, then the body is useless. Если вы отрубаете у тела голову, то оно становится бесполезным. So this is the condition of the society in the Kali Yuga. There is no brahmana. It's a headless society. Таково состояние общества в Кали-йогу. У нас нет брахманов, и поэтому мы можем сказать, что тело общества без головы. And if there's no head, there's no brain. I mean, no good brain there to guide the body. А если нет головы, то нет и мозга, который мог бы подсказать телу, куда ему двигаться. And this creates chaos in the world. И это создает хаос в мире. Okay, are there any questions? Есть ли вопросы? Можно спросить? Да, говорите, слышно вас. Хари Кришна, ваше святейшество, примите поклоны, пожалуйста. Вопрос о качестве брахмана, то есть вы сказали, что сейчас нет брахмана. А я правильно понимаю, брахмана, который уже осознал брахма, ну вот это вот ипостась Господа, он уже находится вне гуру, то есть сейчас такой квалификации нет брахмана? You mentioned that now there are no qualified Brahmins, but a Brahmana is one who has realized Brahman. So can we say that now people cannot realize Brahman? And that's why there is no Brahmins now. Well, Brahmana means one who is trying to realize the Brahman. They may not have realized it fully. But brahmana should have certain qualities described in the Bhagavad Gita. Брахман — это тот, кто пытается осознать брахма. То есть не обязательно у него должно быть прямо полное осознание брахмана. Но качество брахмана описано в Бхагавад Гите. They are on the path to realize the brahman, but they have not fully realized it. Брахманы находятся на пути осознания брахмана. Они еще не осознали его полностью. And better than a brahmana, topmost brahmana are vaishnavas. Лучше, чем брахманы, то есть самые наивысшие брахманы — это вайшнавы. But anyway, the brahmana is described in Bhagavad Gita, the nine qualities which I quoted. Но в любом случае у брахмана есть девять качеств, описанных в Бхагавад-гите,
И эти качества я сегодня уже перечислял. Brahmana means someone who is a symbol of the mode of goodness. Брахман символизирует гуну благости. So somebody in the mode of goodness, they shouldn't be proud and arrogant. И человек в гуне благости не должен быть гордым и раздражительным. They shouldn't be critical and fault-finding. Он не должен критиковать и искать недостатки. Somebody in the mode of goodness wants to, they want to be kind and caring for others. Человек в гуне благости должен быть добрым и заботливым по отношению к другим. They're thinking of the welfare of others. Такие люди думают о благополучии других людей. Sometimes we say there are two kinds of brahmanas. There's the brahmana pandit and the brahmana vaishnava. Иногда мы говорим, что есть две категории брахманов. Это пандиты и вайшнавы. So brahmana pandit means one who knows the different ritualistic ceremonies of the brahmana, which the brahmanas perform. Пандиты — это те, кто знают, каким образом проводить различные ритуалы. And these ceremonies would usually be of the karmakandi nature. И эти ритуалы в основном относятся к кармаканди. In other words, the activities, rituals which are performed for the material welfare of people. Другими словами, эти ритуалы и церемонии они проводят ради материального благосостояния людей. But there's another kind of brahmana called brahmana vaishnava, who will be devoted to the Supreme Lord Vishnu or Krishna. Но другая категория брахманов — это брахманы вайшнавы, те, кто предан Верховному Господу Вишну или Кришне. And the nature of the Vaishnava is paradukha-dukhi, that he is unhappy to see others suffering. И природа вайшнава — это парадукха-дукхи, тот, кто несчастен, когда видит несчастье других. And Lord Chaitanya also has told us more about the nature of a Brahman, a Vaishnava, that amanena manadena, he will offer all respects to others, and he is not anxious to get respect himself. А Господь Чайтанья раскрыл нам другие качества Вайшнава, аманина, манадена, тот, кто всегда готов выразить почтение другим и не ждет почтения в свой адрес. So this is the nature of a Brahmana. Такова природа Брахмана. People in the mode of passion and ignorance, they're not really Brahmanas. Люди в гунах страсти и невежества не являются истинными Брахманами. So someone in the mode of passion, they will get upset if they're not given honor and respect. Человек в гуне страсти будет огорчен, если ему не выражают почтение и уважение. And this is what was troubling Srini. Srini was upset that his father had not received proper respect from Maharaj Parikshit. Это как раз и обеспокоило Шринги, потому что он увидел, что Махарадж Парикшит не оказал должного почтения его отцу. So we have to understand that when we divide the society, it's meant for the people, the different orders, to cooperate and to help each other. И когда мы делаем такое разделение общества, мы должны понять, что целью этого является сотрудничество и совместная работа разных классов людей. Not that one person thinks I'm high class, you are low class. Не должно быть такого, что кто-то думает, я из высокого класса, а ты из низкого. Mm-hmm. Хари Кришна, а можно еще вопрос задать на YouTube? Да, давайте. Ага, хорошо. А преданные, прошу прощения, пожалуйста, поправьте картину, пожалуйста. Я могу картину перевернуть. Сейчас. Хари Кришна, я буду в аппарате. This is a question from Ekanyani Radha Mataji.
She is asking about the Krishna group. This is the situation when Bakura brought Krishna and Balarama from the Vrindavan to Mathura, and the chariot was standing near the Yamuna River. And it is said that according to Vedic ritual, after taking a bath in the Yamuna River, one should stand at least half the yards and perform the Gayatri mantra, so standing in the river. And Mataji is asking, should we do like this? And should we chant Gayatri after taking a bath in Ganga, staying in the Ganga? Yes, you should. Yes, you can. You should, when you're taking bath, you chant submerged. You can chant with, up to the waist or higher. You should chant your Gayatri mantra standing in the Ganga. Да, я спросила, это вопрос такая неравная, опять же, она спросила по Кришне, по книге о Кришне, это ситуация, когда Акура вез Кришну и Баларама из Вриндавана в Акуру, они остановились возле Ямуны. И вот здесь сказано, что в соответствии с ведической традицией, после омовения в реке нужно, стоя там по пояс, читать Гайатри. И вот Матаджи Кайнирака спрашивает, мы должны так делать? Для мобильных ганг не должны люди читать Гайатри. И вот Махарадж ответил, что да, это возможно так делать. А мы все будем читать Гайатри. Харе Кришна. Хотела спросить про гордыню. Как нам можно избавиться от вот этого? Что нам нужно делать, чтобы уменьшить в себе электричество? How to get rid of or reduce our pride? By chanting the Hare Krishna mantra. Повторяя Hare Krishna mantra. Chant regularly without offense, it will help us to take away and help to remove our pride. Воспевайте регулярно и без оскорблений, и это поможет удалить гордость. And what we can also do, we should offer respects to others. И также мы должны оказывать почтение другим. That's also helpful to helps to make us to take away our pride. The more we bow and offer service to others, then the more we can develop the humility. Это также помогает нам избавиться от гордости, поскольку чем больше мы оказываем почтение и чем больше мы приносим поклонов другим преданным, тем смиреннее мы становимся. Pride is due to often because we identify with the material body. Some people have pride and some people have they lack any kind of self-prestige, that they have such a low image of themselves that they're not able to do any service. Some people think of themselves as being very low and unqualified. They're not proud, but they're the opposite. They're thinking themselves very low and fallen, and they think, I cannot do any service, I'm too fallen. И есть разные крайности гордыни. Один вариант – это когда мы гордимся собой и ждем почтения к себе. А другая крайность – это когда человек думает, что он настолько низкий и падший, что у него нет квалификации делать какое-то служение, и поэтому он его не делает. So on one hand, somebody is very proud, thinking I'm very wonderful, I'm very great, they're very arrogant, they're full of their own confidence, and you've got people who are the other way around. They have no confidence in themselves. They think of themselves as being very low and unqualified. И вот так мы видим две категории людей. С одной стороны, те, кто гордится собой и думает, насколько он прекрасен, и такие люди очень самоуверенны. А с другой стороны, есть люди, которые наоборот не обладают никакой уверенностью в себе.
If we will ask them to do some service, they will say, "Oh, I'm sorry, I'm too fallen." И если мы попросим вторую категорию выполнить какое-то служение, они ответят: "Нет, я настолько падший, потому что я не буду это делать." So both situations are not good. We have to understand ourselves, and we have to be careful to overcome these two situations. On one hand, we have to consider ourselves. Maybe we shouldn't be proud, and at the same time, we shouldn't consider ourselves to be so unworthy that we cannot do anything. И в обеих этих ситуациях нет ничего хорошего, и мы должны выбраться из них, если мы принадлежим к какой-то из этих категорий. С одной стороны, мы не должны гордиться собой, а с другой стороны, мы и не должны думать, что мы настолько недостойны, что не можем ничего делать. Sometimes we feel so much pity for ourselves. That I'm so fallen, I'm so unqualified. We're just thinking about our own self. Иногда нам становится настолько жалко себя, что мы такие недостойные и падшие, но на самом деле в этот момент мы думаем только о себе. So we don't want to absorb all the time just only thinking about our fallen condition. But we want to take up the opportunity to do service. И поэтому мы не должны все свое время тратить на размышления о том, насколько мы падшие, а вместо этого лучше заняться каким-то активным служением. That if we do service, then we'll keep our mind under control. И если мы будем заниматься служением, это поможет нам контролировать свой ум. The problem is our mind. That in our mind we're thinking, I'm very unqualified. I have no qualification. И проблема в нашем уме, потому что именно в уме мы думаем, насколько я падший и неквалифицированный. Of course, in some ways it's good to think like that, but we should think that by the mercy of Guru, I have the opportunity to do service. И с одной стороны это хорошо так думать. Но при этом мы должны понимать, что именно по милости своего гуру я могу сейчас выполнить какое-то служение. So the devotee considers whatever he's doing, it's the mercy of Guru and Krishna. И поэтому преданный, когда он что-то делает, он должен всегда думать, что это происходит по милости гуру и Кришны. And actually, I have no qualification, but by some good fortune, I have the mercy of Guru and Krishna. У меня в действительности нет никакой квалификации, но каким-то образом, по милости Гуру и Кришне, я могу сейчас это делать. So we can have a pride in having the opportunity. We can be proud of having a spiritual teacher, and by the mercy of the spiritual teacher, we have a connection to Krishna. We can be proud. We can have a pride in that. И при этом у нас есть опасность загордиться тем, что у нас есть духовный учитель, и что по милости духовного учителя и Кришны у нас что-то получается. So that kind of pride is not wrong. Но эта гордыня не является чем-то неправильным. Because it's the mercy of Krishna. It's not our own doing, it's Krishna's. Потому что в данном случае действуем не мы, а Кришна. Krishna has given us this opportunity, although we have no qualification. Кришна дает нам эти возможности, несмотря на то, что у нас нет квалификации. So we're grateful for that opportunity. И поэтому мы благодарны за эти возможности. But if we think I did it by my own efforts, independent of Krishna and Guru, that is pride. Но если мы думаем, что я сам это сделал, и я независим от Кришны, то тогда это гордыня. So if there's any credit, we give it to we give that credit to Guru and Krishna. Поэтому, если есть какие-то заслуги в том, что мы делаем, мы отдаем их Гуру и Кришне.
Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, благодаря чему развиваются в преданном брахманические качества? In a pleasing manner.
Потому что культура брахмана означает, что он должен проявить эти качества в приятно для окружающих. И при этом он не будет гордиться этими качествами. But people consider it natural. Он будет считать это чем-то естественным. And it's nature to want to help others and be kind and caring to others. Это его природа желать помочь другим и быть добрым и заботливым. It's nature to be honest. Это его природа быть честным. You know, some people, you know, they just have the habit to lie and cheat. У некоторых людей есть привычка лгать и обманывать. If you're in business, if you're doing some kind of business, then you have to, you know, be very expert in telling people, oh, for you, I'm making no profit. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас должен быть хорошо отточен навык. Так, сейчас слышно. Если вы занимаетесь бизнесом, то вы должны отточить навык говорить людям, что я на вас ничего не зарабатываю. Right, the shopkeeper will say, oh, I'm giving you the best price for you, I'm not making any profit. Продавец магазина скажет вам, что именно для вас я продаю по самой лучшей цене, без какой-либо накрутки. But how can he stay in business if there's no profit? Но как тогда он, на что он вообще выживает, если он ничего на вас не накручивает? So, for some people, they're very, expert in doing business, in selling something, and they can impress on someone that I'm giving you a very good price. И люди, которые с большим опытом торговли, они могут так говорить, что я на вас ничего не зарабатываю. And somebody else, they just cannot do it. They don't have the ability. А другие люди не могут так делать. У них просто нет такой способности. And they'll end up giving it away for nothing. They'll give it away free. Они вообще все бесплатно раздают. You know, they just have that heart. They're so kind-hearted. They just give everything away free. They end up losing money. Они настолько добросердечны, что готовы раздать все бесплатно и на этом потеряют все деньги. So some people have brahminical qualities, the brahminical nature. Итак, у некоторых людей есть брахманические качества и природа брахмана. And it can be cultivated by association. И эти качества можно развить благодаря общению. It said anyone can become a brahmana if they're properly initiated and trained by a bona fide spiritual master. Говорится, что любой человек может стать брахманом, если он получил посвящение и надлежащее обучение у истинного духовного учителя. So it is not just only getting the mantra, I'm a brahmana. You must also be trained as a brahmana. Поэтому стать брахманом это не просто значит получить какие-то мантры, а нужно пройти должное обучение. Be trained to be honest and to be tolerant and truthful. Нужно научиться быть честным и терпеливым. To control the mind and senses. Научиться контролировать ум и чувства. To avoid passion and ignorance. Избегать невежества и страсти. Keeping clean and pure. Поддерживать чистоту. Хари Кришна, у нас тут в чате 4 вопроса. Можно задавать?
сердцем. Картинку поправьте, пожалуйста. А я не могу, иначе не могу участвовать. Я сейчас прочитаю вопрос. Все правильно. Не помню, как зовут царя, который отказал брахману пожертвовать молоко, при этом оскорбительно отказал. Это так. Два были троюмы, да, насколько помню, в начале отказали. Почему так мог себе позволить царь в ведическом обществе? Drona's son, Ashwatthama, didn't know what was milk. He did not know what is milk. Была история о том, как сын Дроны, Ашватама, не знал, что такое молоко. His father, Drona, was very poor. He was a brahmana and he had no money. So he never had the opportunity to buy milk and feed milk to his son. Его отец Дрона был брахманом и был очень беден, и у него никогда не было возможности купить молоко, и поэтому он никогда не поил своего сына молоком. So one time the other boy, he joked, he played a trick on the son of Drona, and they gave him water with the dust of chalk in it. So it was white colored water, and they told him, this is milk. И однажды мальчики, друзья этого сына Дроны, пошутили над ним и растворили порошок мела в воде, отчего эта вода стала белой, и подсунули ему эту воду и сказали, что это молоко. So Drona felt very sorry for his son, that they were so poor that he never drank milk. И вначале почувствовал сожаление о том, что он был настолько беден, что не мог купить своему сыну настоящего молока. So Drona went to Maharaj Drupada, and he requested Maharaj Drupada, because they had been friends when they were children. They had studied together in the Gurukula. And Maharaj Drupada had told Drona that if you ever need any help, come to me and I will be glad to help you. И Дроначарья отправился к Махараджу Друпаде, поскольку они учились вместе в Гурукуле и были друзьями. И Друпада когда-то сказал ему, что если тебе что-то понадобится, ты можешь обратиться ко мне. So Drona came to Drupada and asked for help, but Drupada told him, he said, how can I be friends with you? He said, friendship is only possible between equals. He said, you are poor, I'm a rich, wealthy king, and you are poor, how can we be friends? Но когда он пришел к Друпаде и попросил его о помощи, тот сказал, мы не друзья, потому что дружба возможна только между равными. Но ты беден, а я богат, и я царь. So he refused to help Drupada. И он отказал в помощи Друпаде. Drupada refused to help Drona.
Друпада отказал в помощи Дроне. And so then Drona went to Hastinapur and he taught the children, all the young princes in the Hastinapur palace, and he trained them in the military arts. И после этого Дрона отправился в Хастинапур и стал учить царских сыновей военному искусству. And then when they were trained, he told them, now go and capture Maharaj Drupada, bring him here. И когда завершилось обучение, он сказал, схватите Махараджу Друпаду и приведите его сюда. So the Pandavas, they were able to capture Maharaj Drupada and they brought him and they put him at the feet of Drona. И Пандавы одолели Махараджу Друпаду, схватили его и привели к стопам Дрона. So Drona told him, said, I'm only going to take half of your kingdom. I could take the whole kingdom, but I won't take the whole thing. I'll just take half. You can keep half yourself. И Дрона сказал ему, я мог бы забрать у тебя все царство, но не буду этого делать. Я забираю у тебя только половину, а половина остается тебе. So it was very humiliating for Друпада to lose half of his kingdom to Дрона. И для Друпады это было очень унизительно, поскольку он потерял половину своего царства в пользу Дроны. And that's why he did a yagya. He did a yagya. He wanted a son who would kill Drona. И поэтому он провел ягью, целью которой он хотел получить сына, который сможет убить Дрону. So when he did the yagya, he got the son and he got the daughter also. He got the son. Drishtadyumna and the daughter was Drupadi. И когда они провели эту ягью, у них появились сын и дочь. Сына звали Дриштадюмна, а дочерью была Драупади. So Драупади, she was the cause of the battle of Kurukshetra. Именно из-за Драупади произошла битва на Курукшетре. And Drishtadyumna killed Drona. А Дриштадюмна убил Дрону. So, yeah, there was something about milk there in the beginning because they didn't know what milk was. И да, молоко было замешано в этой истории, потому что сын его не знал, что такое молоко. Часто упоминается, что вайшнавы проповедуют из сострадания к обусловленным падшим душам, однако я в себе не нахожу большого сострадания. Скорее, я проповедую, чтобы удовлетворить Гуру Махараджа, Прабхупаду. Как же развивать в себе сострадание, чтобы больше думать о спасении других душ искренне? It is often mentioned that vaishnavas preach out of compassion to conditioned and fallen souls, but I don't find a compassion in myself. Rather, I preach out of a desire to satisfy my Guru Maharaj and Prabhupada. So how to develop compassion so that I could think more about a saving of other souls? Well, just the fact that you're doing it to please your spiritual master and to please Krishna, that will help you to develop the compassion. Сам факт того, что вы делаете это из желания удовлетворить Гуру и Кришну, поможет вам развить это сострадание. I think you do have compassion because you're trying to do this service which your spiritual teachers have asked you to do, you're trying to do it. So that means you do have some compassion. Я думаю, что у вас все-таки есть сострадание, поскольку вы делаете это служение, потому что ваш Гуру Махарадж попросил вас об этом. You're just being humble by saying you don't have compassion. Возможно, вы говорите из смирения о том, что у вас нет сострадания. But because you're doing these activities, you're trying your best to distribute Krishna consciousness to others, then certainly you do have compassion. Но поскольку вы занимаетесь этим служением и стараетесь изо всех сил распространить это знание, значит у вас есть
try to distribute Krishna consciousness, and certainly your compassion will mature more and more. Просто продолжайте это делать, продолжайте распространять сознание Кришны, и ваше сострадание будет развиваться и становиться более зрелым. But your compassion, you're showing your compassionate nature by trying to perform this service. Но самими попытками делать это служение вы уже показываете свою сострадательную природу. So Rishabhdev was the father, and he was also the guru of his 100 sons. Но мы знаем, как вы и упомянули, что в прошлой жизни он был сыном Ришабхадевы, который был и отцом, и гуру для своих 100 сыновей. Lord Rishabhdev, you can read in the Srimad Bhagavatam, Lord Rishabhdev, before he retired to the forest, before he renounced his kingdom, he gave instructions to all of his 100 sons. Вы можете прочитать в Шримад Бхагаватам, что Господь Ришабхадева перед тем, как удалиться в лес и отречься, дал наставление всем своим 100 сыновьям. And then, of course, Rishabhdev retired to the forest, and his sons went on to become, to take up their different tasks. There were 100 sons. One son was Jatvara. But one son was Bharat Maharaj. He became the king. И когда господин Ришабхадева удалился в лес, его сыновья взяли на себя различные задачи, и одним из сыновей был But Bharat Maharaj was not attached at all to the kingdom, and he gave up that service. He gave it all up, and he retired to the Himalayas. Но Бхарата Махараджа не был привязан к управлению государством, и он отрекся от всего этого и удалился в Гималаи. But of course, while he was in the Himalayas, he got attached to the deer, and the result was he became a deer. И там, в Гималаях, произошла эта история, когда он привязался к олененку и из-за этого в следующей жизни стал оленем. And then he went on next life after the deer became Jatvara. А потом, когда его жизнь в теле оленя завершилась, он получил следующее рождение как Джатвара. And he was a self-realized soul, but we don't hear about him having a guru or getting instructions. Он был самоосознавшей душой, но мы нигде не слышим свидетельств о том, что у него был гуру или он от кого-то получал наставление. But we could from his previous life, when he was Bharat Maharaj, before he became Bharat Maharaj, he was simply the son of Rishabhdev. He got a lot of instruction from his great father, who was an incarnation of God. Но мы знаем, что до этого, когда он был Бхарата Махараджа, он получил множество наставлений от своего отца Ришабхадевы, который был воплощением Бога. Насколько реально восстановление варнашрама дхармы,
кто-то захочет принять роль шудры. Насколько реально восстановление варнашрама дхармы, если вряд ли кто-то захочет принять роль шудры, например, все хотят быть брахманами. Is it real to re-establish varnashrama dharma because not many people would like to be shudra? Everyone wants to be a brahmana. Well, the point is, well, first of all, Prabhupada said we're not trying to re-establish varnashrama dharma. Prabhupada говорил, что мы не пытаемся восстановить варнашрама дхарму. What we do want to introduce is diving varnashrama. Мы хотим представить миру дайви варнашрама. Where everyone will act, that do whatever is necessary as a service to the Lord. Это система, в которой каждый будет делать то, что от него необходимо, служение Господу. You say nobody wants to, nobody will want to be a sutra, everyone will want to be a brahmana. But we see today so many people are sutras. Nobody wants to be a brahmana. Вы говорите, что все хотят быть брахманами и никто не захочет быть шудрой, но мы видим наоборот в современном обществе, что все шудры и никто не хочет быть брахманом. People go and work in the big companies, multinational companies. It's all sutra work. Люди работают в крупных компаниях, каких-то транснациональных компаниях, и это все работа шудры. And there are many temples which closed because the brahmanas, those people who were the brahmanas, gave up being the brahmanas to go and work in the big companies. Храмы повсеместно закрыты, потому что люди, которые предполагалось, что они должны быть брахманами и поддерживать эти храмы, они оставили свое занятие ради того, чтобы пойти работать в этих крупных компаниях. They take up sutra work because they see there's more material incentives. They get paid more money. Они просто устраиваются на работу шудр, поскольку это более высокооплачиваемо. And then simply because they're paid more, they'll give up the brahminical work to go and work as a sutra. И просто потому что это более выгодно, они отказываются от занятия брахмана и поступают на работу в качестве шудры. But not everybody wants to be a brahmana. Most of the population are sutras. Поэтому не все хотят быть брахманами. Большинство населения это шудры. They do sutra work. Они занимаются работой шудры. But in Krishna consciousness, we don't identify people as belonging to any particular varna. Но в сознании Кришны мы не отождествляем людей по их принадлежности какой-либо варне. We don't say, oh, this person is a brahmana, or that person is a sutra. Everyone is devotee. Мы ни про кого не говорим, что это брахман, а это шудра. Потому что все преданные. So there's a need to see the equality among people. Поэтому мы должны видеть равенство в людях. What to speak of people, we should see the equality among all living entities. See them all equally as spirit souls. И это не только людей касается, мы должны видеть равенство даже во всех живых существах, поскольку они все духовные души. Бхагавад-гита says, Samo sarveshu bhuteshu. We see all living entities equally. В Бхагавад-гите говорится, что мы видим равными всех живых существ. Because they're all spirit souls, so we see them all equally. Поскольку они все являются духовными душами, мы на всех них смотрим одинаково. At the same time, we're careful about how we deal with different living entities in different bodies. Но при этом мы обращаем внимание на то, как именно мы взаимодействуем с разными живыми существами, находящимися в разных типах тел. The tiger is also a living entity, a spirit soul. But we don't go and embrace it, my dear tiger, how are you today?
Тигр — это тоже духовное живое существо, духовная душа, но мы не отправляемся к нему и не начинаем его спрашивать, как у него дела. At the same time, you know, tiger is also spirit soul. Хотя мы и понимаем, что в теле тигра духовная душа. And in the past, sometimes sages, they would leave rice for the tigers to eat, because they know that tigers also need food. So the sages would arrange to feed the tiger. Yeah. Раньше святые люди оставляли для тигров рис, поскольку они понимали, что им нужна пища. And the tigers would eat the rice, they would be happy, they wouldn't trouble the sages. И тигры ели этот рис и не беспокоили мудрецов. Just like Prabhupada tells how his father was a cloth merchant. And there used to be many little rats living in the building where his father had the shop. And his father would put out a bowl of rice every night. And the rats would come, they would eat the rice, they would never eat any cloth. They never damage any cloth. А как мы знаем, пример отца Шри Прабхупады, у которого была лавка с тканями, и в этом здании было много крыс, и он всегда на ночь оставлял им чашку с рисом, и крысы приходили и съедали этот рис, и не трогали, не грызли его ткани. So in the Vedic culture, the grihasthas have a duty that no one should go hungry, no living entity should go hungry. В ведическом обществе у грихас есть такая культура, что они должны заботиться о том, чтобы никакие живые существа не голодали. So even the rats and the mice and the snakes and whatever, you should feed them. Поэтому мы должны кормить даже крыс, мышей, змей и других существ. Если у людей родственники или друзья на войне сейчас, можно ли читать мантру Угры Нарасимхи или нужно индивидуально подойти к этому вопросу? If a person, if a person's relatives or friends are in the war right now, can we recite mantra to Угры Нарасимха or we should deal with this question individually? Recite mantras to Guru and Vishnu for their protection. Yes. Yeah? Yeah, you can pray to Lord Vishnu for protection of your loved ones. Да, мы можем молиться Господу на Россию по Деве о защите наших близких. German ladies, they were all praying to God, please send my husband back, and send my children, my sons back after the war. But when their sons died in the war, then they gave up believing in God. Шри рассказывал, что во времена Второй мировой войны немецкие женщины молились Богу о том, чтобы их мужья и сыновья вернулись домой, но когда они не возвращались, у них они полностью утрачивали веру в Бога. So you can pray to God to protect your children, but at the same time we have to understand the Lord's will is supreme. Поэтому мы можем молиться Господу о защите наших детей или мужей, но мы должны понимать, что воля Господа она превыше всего. Just like when Prabhupada was sick, we wanted to pray to Krishna to save him. So Prabhupada gave us a prayer. He said, Dear Lord Krishna, if you so desire, please save Srila Prabhupada. Когда Шрила Прабхупада тяжело болел, мы все хотели молиться Господу Кришне о том, чтобы он выздоровел и Господь Кришна спас его. И Шрила Прабхупада дал нам для этого такую молитву, в которой звучало
wants to kill someone, nobody can save him. And if Krishna wants someone to live, no one can kill him. Если Кришна кого-то хочет убить, то никто не может спасти этого человека. Но если Кришна хочет спасти кого-то, то никто не сможет этого человека убить. Не вопрос, а просто к самому Махараджи. Я не брахман, я не кшатрия, не вайшнава, не шудра, не брахмачарья, не трихаска, не манапрастха, не саньяси. Я просто слуга Санги, лотосный стоп, личность самого проявленного океана нектара, высшего божества хозяина всех губи, Шри Кришна. And you mentioned that this boy Shringi was the first unqualified Brahman. But we know that in the battle of Kurukshetra, there were many Brahmanas who took part in the battle on the side of Kauravas. And we can say that, can we say that they were also unqualified because they stepped on the wrong side? Well, usually the brahmanas weren't taking part in the battle, but it happened that Drona and Kripacharya, they took part in the battle. They were acharyas, they were brahmanas, but somehow they got involved in the battle also. Обычно брахманы не принимали участие в военных действиях, но Дроначарья и Крипачарья, они были ачарьями, и так получилось, что они оказались вовлечены в эту битву. So they gave up their brahminical status. Поэтому в этот момент они оставили свой статус брахмана. They came down to the kshatriya platform. Они опустились на уровень кшатрия. Just like Parasuram, is it Parasuram? He was a brahmana and became kshatriya. А как, например, Парашурама, он был брахманом, но стал кшатрием. So they're fighting in the battle means they're not brahmins. Brahmins are not supposed to fight. И то, что они участвовали в битве, говорит о том, что на тот момент они не были брахманами, потому что брахманы не должны вступать в бой. Somehow Kripa Acharya and Drona Acharya, they got involved in that battle. They had to fight. Каким-то образом получилось так, что Дроначарья и Крипачарья оказались вовлечены в эту битву, и им пришлось вступить, поучаствовать в ней. But it's not really the business of the Brahmanas. Но на самом деле это